31 мая произошло повреждение газопровода, который проходит по территории авиационной базы. В результате жители близлежащих домов 9 дней оставались без горячей воды. Специалисты «Армавиргоргаза» заменили аварийный участок, и теплоснабжение возобновилось. Но полностью проблема еще не решена. На участке необходимо провести ряд восстановительных работ. Нужно восстановить катодную защиту. Или привести в исправное состояние. Может, восстановить. Да, мероприятия какие-то провести. Да. И параллельно у нас есть предписание Ростехнадзора, которое обозначает ряд серьезных проблем. Так как данный газопровод находится в ведении Министерства обороны, ремонтные работы нельзя проводить за счет местного бюджета. За надлежащее теплоснабжение этого участка отвечает 6-й отдел Центрального жилищно-коммунального управления Министерства обороны Российской Федерации. Как пояснил руководитель учреждения, все необходимые документы уже подготовлены и отправлены в главной офис в столицу. Все основное оборудование будет заменено в начале осени. В соответствии с законом, закупочные процедуры проводятся в Москве, а это, возможно, немного затянет процесс. Требуем с вас, как соответственных должностных лиц, чтобы вы в установленные законом сроки подготовили объект к началу отопительного сезона. Для того, чтобы не допустить повторения таких перебоев, со следующего года проведение закупок планируют перенести на места, что ускорит устранение возможных неисправностей. Марина Белова, Артур Карджанян, служба информации канала РЕН-ТВ «Армавир».